Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описания, опубликованные в книге «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Издательство 1904 года». Филиппино Липпи. Флорентийская школа. Видение святого Бернарда. Во Флоренции, в глубине темной капеллы, в которую свет в самые ясные дни проникает лишь настолько, что можно любоваться хранящимися в ней чудными произведениями, висит на прежнем своем месте шедевр одного из последних художников эпохи раннего Возрождения Филиппино Липпи, одна из лучших картин того времени «Видение святого Бернарда». Искренность чувства и возвышенность замысла, естественность и изящество композиции, богатство фантазии, жизненность изображенного, свежесть и колорит и любовное техническое исполнение – все эти качества соединены в этой картине, написанной художником, когда ему было 23 года. Религиозный экстаз, которым дышит лицо святого, благородство позы, явившейся ему Богоматери, и прелестные любопытные личики сопровождающих его ангелов, молящиеся перед церковью монахи в глубине картины, буржуазно благочестивая фигура коленопреклонных заказчиков картины на переднем плане, холмистый пейзаж с красивыми деталями. Все передано не только со вкусом, но и с чувством природы и любовью. Роскошные краски своим блеском напоминают масляную живопись Иван Эйков. Не испытавшая никакой реставрации и не закопченная дымом церковных свечей, картина эта так же прекрасна, как была в первое время по своему выходу из мастерской художника. Ну вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах». Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока. До свидания.